Агентство для увеличения рынка криптокапитала создадут в Эстонии. Его цель – развитие роста местной экономики, привлечение в нее дополнительных инвестиций и формирование имиджа страны как лидера в области инноваций. Функциями новой организации будет консультирование и помощь в запуске инновационных стартапов криптобирж. Агентство будет выделять финансирование стартапам, прошедшим процедуру оценки инвестиционных рисков. В январе 2018-го в рамках проекта пройдет ICO токен EST, благодаря которому планируется привлечь около 30 миллионов евро.